В черте миллионного города Омска, по соседству с крупными магистралями, живут дикие птицы, чайки и утки, трясогузки и дрозды, кулики и соловьи-воракушки. По весне залетают сюда редкие гости из Арктики, справляют свадьбы и летят дальше. Можно часами любоваться жизнью пернатых. Здесь они выводят птенцов, спускают их на воду, учат летать. Строго выполняя наказы родителей, молодежь делает первые шаги. Поднимается на крыло, пикирует вниз, собирается в стаи. Птицы носятся над водой, не обращая внимания на жизнь городского транспорта, рев турбин скоростных лайнеров. Чтобы сохранить этот редкий уголок сибирской земли, он объявлен памятником природы. Долго искали название. Подключилась пресса. Тысячи людей приняли участие в его судьбе. Предлагали на выбор серая шейка, синяя заводь, озеро светлых лазурей, чудо омской земли. Из массы вариантов был выбран этот – птичья гавань. Гавань, которая с помощью официальных и общественных организаций защищает птиц от посягательств, а озера – от высыхания. Птицы над городом. Уникальное соседство. Оно как напоминание, что рядом существует своеобразный, порой загадочный мир природы. И его нам нужно беречь.